Хочу показать коз поближе. Выскочили 3 козы из сарая, пока я заходила. Ну вот и пошли сразу есть сено, потому что мы им еще не носили. Любят они сено, конечно. Надо им накидать. Сейчас пойду со стога набросаю. Да, зайка. Вот эта корова, она у нас постоянно на подсосе. У нее, наверное, будет 5-й отел или 6-й. И, в общем, мы ее не доим, она постоянно на подсосе. Ее можно доить, но она не очень много дает. Я думаю, ну, литров 14, не больше. Для двоих телят самое то. И она такая мамаша. Зайка, повернись сюда. Зайка. Коровы вообще очень хорошие мамки. Они почти как люди. Они так следят за своими детьми. Не каждая человеческая мамаша может вести себя так, как ведет корова. Да, зайка. Сколько у тебя телят было? Зайка. Раз, два. Кольца на рогах считаем. Раз, два, три. Не видно. Не видно. Ну, куда я посмотрю? Зайка. У нас была корова. У нас была корова. У нее рог почти в глаз уперся. Не дает посчитать. Ну, конечно. После ночи только сено набросали. Я тут лезу со своими счетами. Сегодня я для вас совсем грязненькая. Это я мыла корову, сейчас доила, сдаивала руками вот эту черную корову, которая стоит у меня на заднем плане, вот звать ее Ночка. Дело в том, что она начала худеть последние 2 месяца, похудела вообще на нет. Я про это говорю постоянно. И она 2 дня назад у нас отелилась сама. У нее телочка, звать ее Клюква. Сейчас покажу вам ее попозже. В общем, я для 2 своих коров, вот для этой и для вот этой няшки, решил подкормить их свеклой. Мало того, что я им даю премиксы, потому что худоба, ну вообще, вот эта корова справная, ну более-менее нет, но на самом деле нормальная корова. А вот эта совсем худая до жути, вот, и я ей даю каждый день премиксы, но пока толку нету. Ну и подумала, что самый такой простой вариант — подавать ей еще свеколки, все-таки свеколка — это хороший витамин. У меня у знакомых был опыт, когда кур зимой кормили свеклой, у них что-то уродилось свекла, в общем, они терли ей натек, куры неслись как из пулемета. Я вам на самом деле говорю, норма свеклы — килограмм на литр надоенного молока. Я имею в виду обычную нашу человеческую сахарную свеклу красного цвета, которую мы добавляем в борщ. Усердствовать с ней не стоит, потому что там очень много углеводов, свекла большое содержание, и желудочно-кишечный тракт коровы просто-напросто не сможет все всосать. В общем, и портится вкус молока. Нет, ну я не знаю, что за приблаженных коров я купила. Вы посмотрите, она ведь ее не ест. Ну это вообще, держи, жуй свеклу. Я не знаю, хозяева, по-моему, вообще ничем их не кормили, ни дробленкой, ни овощами. И тем не менее, коровы были толстые. Жри свеклу. О боже. Может, мне дробленкой посыпать? Ну, а ты-то будешь, наверное, на. Конечно. Тоже не будешь? Ну, простите. Вот так. А это не даст теперь поговорить, чуять дробленку. Вот вы мне скажите, как можно выходить корову, если она ничего не жрет? Она, возможно, потому и похудела, что она на веревке ходить не может. Всех шугается, всех боится. Но это вообще ужас какой-то. Кстати говоря, в прежнем хозяйстве они были толстые, они ели там просеную солому. Ничего не могу сказать, коровы были упитанные. Уди! Точно. Свеклу выбрасывает, дробленку лижет. Ну что за корова такая? Жуй зубками, зубками, зубками. Нет. Не нравится. Вот, пожалуйста. Не, ну ты, конечно, деловая. Жри. Да, иди ты, сраку. Ну вот таким образом обстоят дела. Все, я на тебя обидел, сиди отсюда. Дробленку ей подавай, я ее сейчас пока доила, она ела дробленку. Дает она не очень много, я сейчас надоила. Иди отсюда, 5 литров я всего надоила с утра. У нее отекло вымя, перед выменем отекла вот эта молочная вена. Пока же при таких надоях, дай бог, чтобы телочки хватило. Телочку назвала Клюквой, я не помню, говорил я вам или нет. Да, и кстати, нижняя палата нашего правительства приняла закон, чтобы приравнять наше личное подсобное хозяйство к индивидуальным предпринимателям. Слухи про это ходили давно. Началось это с того, во всяком случае, как я помню, началось это с того, что
Сначала хотели ограничить поголовье скота, который может, ну, может содержать человек в своем хозяйстве. Потому что говорили, что одно дело, когда у тебя на базу стоят две коровы, другое дело, когда у тебя 20 коров, и ты, в принципе, занимаешься производством, при этом не платишь налоги. Но дальше разговоров это дело как-то не пошло. И вот тихим сапом за эти полтора года законопроект отправили на рассмотрение. И судя по тому, что Нижняя палата, еще раз вам говорю, этот закон одобрила, я лично думаю, что дело у нас закончится тем, что мы все личные подсобные хозяйства будем платить налоги. К этому все идет. Как вы смотрите на то, что нам придется купить патент для того, чтобы дальше заниматься своим хозяйством? Были времена в 90-е годы, когда благодаря тому, что у всех у нас были огороды и дачи, были родители, бабушки, дедушки в деревнях, мы пережили это сложное время, но благодаря тому, что производили сами и овощи, и фрукты, ну, в общем, свою подсобную продукцию, благодаря которым в тяжелые времена люди выживали. Но так как, видимо, наше правительство считает, что тяжелые времена нашей стране больше не грозят, я так думаю, что для того, чтобы все население шло и покупало продукты в супермаркетах, в крупных торговых сетях, для этого нужно сделать что? Нужно убрать остальных производителей продуктов питания. К этому на самом деле давно идет. Это все началось с того, что сначала в городах закрылись, в крупных городах закрылись крупные рынки, и труженьки села перестали возить туда свою продукцию. Конечно, сейчас остались несколько больших. Я не говорю, что закрылись совсем, остались. Но согласитесь, то, что было еще там 5 лет назад, по сравнению с тем, что есть сейчас, ну это вообще смешно сравнивать. После того, как жители деревень подсадят на какую-то систему налогообложения, я боюсь, что они посчитают, что производить что-то не то что на продажу, но даже в личных целях это совсем невыгодно. Ну и естественно, коровки, козочки, барашки из личных подсобных хозяйств пропадут. И будет у нас как на Западе, как, допустим, в Англии, когда для того, чтобы завести 5 кур, нужно идти в администрацию и спрашивать разрешение. Причем там не разрешают держать даже петуха, чтобы он не орал и не мешал соседям. Ну, то есть мы идем как бы по западному пути развития. В Америке, например, не разрешают продавать такое вот цельное молоко от домашних коров, только пастеризованное. Я удивляюсь, как долго мы еще протянули на прежних наших достижениях, когда для себя выкармливали свиней, когда у людей были полные морозилки. Но на самом деле правда, потому что мы для крупных торговых сетей, мы просто потерянные покупатели. Потому что когда я захожу в супермаркет, ну мне почти ничего не надо. Но есть такие люди, которым вообще ничего не надо. Они производят в своей деревне все от и до. Но только что вот лапти не плетут и сапоги себе не шьют из кожи. Вот такие дела. Напишите, что вы об этом думаете. Только вот такие комментарии в виде того, что мы пойдем с флагами на демонстрацию. Но это все, это просто выпускание пара, я так считаю. Сколько орали против пенсионной реформы, и митинги были, и все. Пенсионный возраст все равно повысили. Дали какую-то поблажку, когда президент выступил, сказал, что те люди, которые уже собрались на пенсию, все-таки выйдут. Но остальные все пойдут на пенсию по новым законам, так будет и здесь. В общем, я на этот счет смотрю трезвыми глазами, мой прогноз очень пессимистичный. Вот такие вот дела. Пойду сейчас вам покажу телочку, заберу у коровы няши ведро от свеклы, все-таки оно ее сожрало. Ночка не стала есть. Вот скажите, вот как можно отходить корову, если она ничего не жрет? Забастовка. Ну вот что вы за мной идете? Смотрите, я иду, и они идут. Зерна вам надо, да? Зерна, ой. Сейчас дам. Им сейчас дать невозможно. Потому что прибегут вот эти коровы, все у них заберут. Я вам сейчас в сарае дам. Идите домой. Клюква. Вставай. Давай, вставай. Ну, какая ты, покажись. Только что стояла. Пока я за камерой ходила, она уже легла. Давай, вставай. Клюква. Молодец, девочка. Да, есть, скажи, хочу. Вот такая. Похожа очень на ночку. Но толстая. Да, клюква? Ты толстая? Сюда голову. Голову покажи. Клюква. Вот глазки у нее, смотрите. Да.
Вот такая девочка родилась у нашей ночки. Клюква. Клюква. Да. А бусинка стоит в другом сарае, сейчас покажу. То есть они у нас совмещенные. Вон она стоит. Там бусинка. Здесь у нас ночуют коровы. Вот, смотрите. Там сзади нее открывается дверь и выкидывается навоз. Сарай у нас двухслойная. Вот то, что щели, там пленка с китайских парников, такая резиноподобная пленка. И вообще между этими двумя как бы, ну, каркасами из бревен был засыпан навоз. Но со временем он как-то осел, и получается, что, видите, просветы. Хотя с другой стороны тоже вот так набито доски. Вот туда он вниз осел, и не знаю, в общем, мы, наверное, скорее всего, обобьем все это дело USB. Места, где они стоят, подметаем с метелкой. Ну, отсюда выгребаем. Сухо в сарае, ничего, нормально. Ну, там за бусинкой сразу дверь, сегодня еще навоз не выкидывали. Вот такие дела. Коровам дали второй раз сено. Вот смотрите, они стоят как раз задницами. Ночуют в том сарае, который я вам показывала. Чистый жоп, хотя я их не мою, ничего с ним не делаю, не брею. Да, носик. Это у нас носик. Носик. Тип-т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 ип
клетку. Теперь она чистенькая, ровно до того момента, как я опять пойду в сарай. В общем, я так думаю, хватит мне ее на неделю. Постирала платочек, сейчас вешаю на веревку, все это дело высохнет. И для того, чтобы никто не догадался, чем я занимаюсь с утра, поеду в парикмахерскую. День сегодня очень хороший. Ты куда? Хотела снять, как она сидела на лестнице. Кошка сбежала. Здесь у нас есть вот это. Но вообще это коза-инвалидка. Вы что думаете, мы сейчас с клетками затеялись? Как-то вот рано она начала катиться, я не ожидала. В общем, короче, у нее одна сиська порвана, и из нее молоко прям вытекает, не держится. А вторая, наоборот, слишком толстая. Козленку в рот она не влезет. И вот я толстую сдоила, а у меня нет теперь бутылочки с соской. И вот он что сможет там из этой сиськи, которая течет, ну как бы выпить? Ну, это ж не дело, я так не хочу кормить его с соски. Но в любом случае, сейчас, когда я поеду, я зайду в ветаптеку, куплю, конечно, сосочку. Она его подпускает, все. Но дело в том, что если молоко постоянно вытекает, вы же сами поймите, что оно же там не копится, получается. Да, и вот с такой сиськой она у нас давно. Мне кажется, года 3, наверное. Вообще, коза эта старая. Вот так, и сейчас там он сделает, мы посадим ее отдельно с козленком в клетку. Потому что другие козы его просто-напросто прибьют. Козы такие твари. Они все время приходят и доедают за коровами. Сейчас я свет здесь выключу. Вот видите. Постоянно они здесь шляются. Так, сейчас туда сходит. Чего ты? В обед ей досталось всего 1,5 литра. То есть утром 5, в обед 1,5. Ну, это вообще ни о чем. Да. Нет, ну ей пока хватает. Но то, что корова так мало дает, это очень, конечно, мало. Посмотрим. Куда же я ее теперь дену, правильно? Такая будет, такая, какая будет. Да. Клюква. Клюква.